Добрый день. Нет, если у него заправлять, у нас были пульки. Если у него заправлять, механизм не сломан, он стреляет. Сейчас просто нету пульок. Не открывается и не должен открываться. Так что мы пульками стреляли с него, заправляли магазин, все стрелял. Вот что здесь там двигается. Если он когда-то имитировал, то кажется, вот эта вот маленькая штучка, которая бьется вот об эту штуку, она и подергивал ее. Ну, подергивал, не открывал уже. Даже воздух улетает.